Реальная ценность человечества – это сельское хозяйство, а продовольствие – самая стабильная валюта в мире. Об этих двух составляющих качества нашей жизни в ближайшие 5 минут. Здравствуйте, в эфире «Агросектор». Восточный Казахстан занимает лидирующие позиции в стране по производству молока, масла семян подсолнечника, меда и пантов – первое место. За последние 10 лет объем производства и экспорт в сельском хозяйстве увеличился в 3 раза. На заре независимости в агропромышленном комплексе Восточного Казахстана ощущался спад в различных отраслях сельского хозяйства, в том числе в сфере животноводства. После распада Союза хозяйства оказались не готовыми к кардинальным переменам ни в экономическом, ни в правовом отношениях. Относительная стабилизация началась с 1997 года. Если сравнивать где-то 97 и текущий 2015 год, то численность крупного скота у нас возросла в 1,5 раза, в том числе коров в 1,7 раз, свиней в 1,3 раза, мелкого рогатого скота, это значит овцы и козы, в 2 раза возросло. Также поголовье птицы практически в 3 раза возросло, и лошадей в 2 и 3 раза. За несколько последних лет в регион завезены десятки тысяч голов племенного скота из разных стран мира. Принята программа молочного скотоводства. В рамках проекта в течение 2 лет планируется построить и реконструировать 37 молочно-товарных ферм, ввести в действие 36 молокоприемных пунктов. Поголовье моралов составило 895 голов. Если сравнивать с 2009 годом, то есть на момент до начала нашей поддержки, то оно возросло практически в 2,7 раз. Аналогичная картина у нас по КХ «Дамир», можно сказать, в Катон-Карагайском районе. Численность поголовья увеличилась более чем на 12%. За 5 лет на эти цели выделено 233 миллиона тенге, просубсидировано около 16,5 тысяч голов племенных моралов и оленей. Сейчас самое большое количество моралов сосредоточено в Катон-Карагайском, Кокпиктинском, Курчумском, Зайсанском и Зыряновском районах. Региону уже удалось в 2 раза увеличить производство мяса и шерсти, почти в 3 раза производство молока. Племенные хозяйства Северного Казахстана нацелены на реализацию породистых отечественных телят. Местным фермерам это и удобно, и выгодно, потому что из-за границы вести такой скот накладно. За последние 5 лет число хозяйств, чья специализация мясные породы коров, выросло ровно в 5 раз. Молочное направление тоже не отстает. В области работает 12 современных молочных комплексов, где надои варьируются от 4 до 8 тысяч литров на одну корову в год. Классические мировые породы – герефорд, ангус, лимузин – обживают север Казахстана. Местные фермеры полюбили их за ценное мраморное мясо и большую прибавку в весе – кило в сутки. За последние 5 лет значительно увеличилась численность хозяйств, которые занимаются производством мяса. Это с 86 хозяйств до 430, те, кто занимается именно производством мяса. И получается, у нас в живом весе производство мяса увеличилось в 1,5 раза, и оно сейчас составляет более 15 тысяч тонн. Крестьянское хозяйство «Леонов» – одно из них. Сейчас на территории комплекса 900 голов представителей голштинской породы. В этом году построили елочку, теперь дойка автоматизирована. Средние надои – 19 литров молока с одной коровы в сутки. На ферме планируют в короткие сроки довести поголовье до 2000. Тот кредит, который мы взяли, мы планируем на будущий год полностью закрыться. И каждый месяц мы можем где-то 10-12 миллионов погасить. Цель племенных хозяйств, как мясных, так и молочных, полностью покрыть потребность Казахстана в породистом молодняке и выйти на международный рынок. Работа по возрождению яблоневых садов в Алматинской области набирает обороты. Как сообщает в акимате региона, в будущем году на территории Панфиловского и Уйгурского районов планируется высадить 1300 гектаров новых садов, а в целом до 2020 года довести площадь яблоневых садов в области до 3100 гектаров. На сегодняшний день площадь фруктовых садов составляет 20 тысяч гектаров, из них около 2000 апорта. На этом пока все. Материалы программы «Агросектор» вы найдете на сайте 24KZ. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе важных событий.